Все счастья. Всем счастья. Посмотрите, есть у меня один фикус такой большой, который уже почти до потолка. Но ему много лет. Я взяла два листочка, оторвала две веточки. И вот их посадила в воду пока. Посмотрите, уже дал корешки. Вот один вот какие корешки дал. А второй только вот маленький один корешочек здесь есть. Смотрите, какой красивый. Ну вот скоро буду высаживать в горшочек отдельный. И буду за ними наблюдать. Они уже, я вот этим двум веточкам дала два имени. И два желания загадала. Ну вот пока они растут, потом посажу отдельно в горшочек. И буду за ними наблюдать. Рузана, какая музыка в ваших иногда бывает видео? Такая красивая музыка, где вы ее берете? Музыку беру, есть программа, программы. И эта музыка из программы. А там никогда не пишут, никто автор, никакое название. Просто выбираешь себе музыку, написано. Так, музыка 1, 2, 3, там, выбираешь себе и выбираешь. Поэтому никогда не знаю, что сказать. Но вот программа, с которой я работала, что-то стало себя не очень хорошо вести. Это уже, наверное, знаете, пятая программа, с которой я работаю. Другая программа есть, которая очень мне нравится, хорошие функции, дважды платила им. И не могу сейчас войти в нее. Сейчас с другой программой с какой-то работаю. Ну, в общем, это из программ, поэтому все, когда спрашивают, что за музыка, понятия не имею, потому что когда есть программа, они в основном не пишут. Когда ты вот монтируешь видео в какой-то программе, они не пишут название и как называется, кто автор, они не пишут. Посмотрите, какой роскошный комментарий. Куда мысль, туда и энергия. Куда энергия, туда и жизнь. То есть, о чем думаем, тем и живем. Вот такой чудесный комментарий оставили. Представляете, вот абсолютно правильно, вот настолько лаконично вложено вот в эти слова, в это предложение, в эти. Куда мысль, туда энергия. Конечно, если мысль, злишься. Или мы расстроен, обижен, несчастный. Туда и энергия. Если в злость, в злость. В обиду, в обиду. То есть, куда мысль, туда и энергия. Куда энергия, туда и жизнь. Все правильно. Умница, вот написала. Умница, то есть, о чем мы думаем, туда наша энергия. 100 раз всегда говорю, что очень контролировать то, о чем ты думаешь. Я иногда себя прям, если что-то вот, что-то такое хочу, так, типа, ну вот опять дождь, я сразу себя на этом ловлю. Не опять дождь, прекрасный, чудесный дождь, уютный дождь. И вы знаете, сразу мысль меняется, энергия меняется сразу. Я себя тоже иногда вот прям поймаю за хвост. Нет, дождь это реальность, а у нас иногда дождь 3-4-5 дней. Тучи просто на голове, внизу над городом, сильно низко, серо, уютно. Найдите какие-то слова, какую-то мысль от этого природного явления, какое-то слово себе найди такое. Уютно. Вот мне и действительно за все эти годы, что я себе, я действительно стала эту серость и дождь, я стала любить, я даже стала слышать, как дождь иногда стучит в окно. И прям музыка есть в этом дожде. Вот прям музыка от этих капель, которые стучат. Едва уловимая. Так что умница, умница. Куда мысль, туда и энергия. А куда энергия, туда и жизнь. Супер. Да, Розана. Вот теперь, когда во всех суставах артроз, хоть с палкой, хоть без палки. 3 точки. Руки назад, за спину вообще молчу.
Где вы раньше были, Розана? А вы что думаете? Я начала с палкой работать, когда у меня все прекрасно было? Конечно! Когда все было запущено так, поэтому я и начала делать. Потому что было запущено, либо будет еще хуже, и совсем хуже, либо делай. Кто что? Поэтому это не зависит. Это не зависит от того, что ты... Ты начинаешь свое преобразование, когда ты заметил что-то, и ты начинаешь, а не тогда, когда у тебя все прекрасно. Так что не сомневайтесь, начинайте делать. Если хотите, начинайте делать, и, конечно, постепенно, потихоньку, медленно, долго возьмет процесс, но все равно процесс пойдет. Вот смотрите, у меня было опущено левое плечо. Если бы я не взялась за это дело, вот мне выписывали мази сильные какие-то, и пекло, и какие-то даже наклеивала такие, как пластыри. Мне выписывали таблетки. Мне выписывали массажи. Но никогда никто мне не сказал про упражнения. Вот что толку пить таблетку, если плечо вот так просаживается, все внутри выходит из строя. Что толку делать массаж? Вот что толку делать массаж? Если только одно единственное, надо поднимать это все было. Не просто, и не закинуть не могла, и я не могла. Вы что думаете, я могла сзади соединить вот так вот руки? Конечно, нет. Так что не сдавайтесь. Never give up. Никогда не сдавайтесь. Если хотите. Ой, расскажу вам. Я вообще в мистику какую-то не верю. Не придерживаюсь ею. Не особо ее впускаю в свою жизнь. Я настолько реально стою на земле. Я реально абсолютно очень приземленный. Причем, с детства настолько приземленная была, что мне даже иногда говорили: ой, какая ты земная, немножко хоть помечтай, полетай где-нибудь. Я вот как-то очень приземленная была. Но тем не менее, даже при той вот такой вот своей вот приземленности, тем не менее, вот есть один метод, который я по жизни, он у меня работает. Но этот метод из мистики, я так понимаю, но он у меня почему-то всегда работает. Не знаю, как это объяснить. Вот если я потеряла в доме какую-то вещь. Вот потеряла ее. Документ. У меня нет такого, чтобы у меня документы лежали в 5-10 местах или непонятно где. Есть два места, где лежат вещи, эти документы. Есть вся документация, которая лежит. Это там с налоговые декларации, таксы и все. И есть какие-то те бумаги, которыми ты чаще пользуешься. Какие-то такие документы, которые там оплатить какие-то биллы. Но сейчас это все эти оплаты идут через онлайн. Есть какая-то такие вот за месяц какие-то я бумаги свои мне нужные приходят. Я их собираю, потом я их раскладываю там по бумагам куда надо. То есть два места есть, где есть документы. Больше мне искать негде. Но тем не менее, я точно знаю, что один какой-то документ должен быть здесь. Я иду, смотрю, нет этого документа. Или еще что-то. Вот никак не могу найти там, допустим, никак не могу найти какую-то потерянную вещь. И я беру пустой стакан, либо кружечку, либо чашечку, и говорю: все, поигрались со мной, хватит. Давай, мне нужна эта вещь, срочно мне нужно найти вещь. Все, глазки увидят, где эта вещь, а ножки приведут туда, куда надо. И вот этот стакан, говорю, и стакан перевернула, поставила. И вы знаете, что-то как-то очень быстро всегда находится эта вещь. Вот быстро находится, как-то работает это все. Так что я думаю, что у каждого есть вот свои какие-то за жизнь вещи, которые вот оно вроде мистика, вроде как-то не хочется это...
Но это вот работает как-то. Вот я думаю, у кого-то есть свои какие-то вещи, которые у вас работают. Вот у меня так работает, вот в пустой стакан. Вот сказать, что ты потерял, и перевернуть, и все, и ушел. И я сразу, как-то прошло какое-то время, я вот, например, шью. Ну, я знаю, но у меня там, допустим, 3-4 вид ножницы есть. Ну, вот куда они могут деться? Там одни ножнички я там, вот куда? Они у меня всегда лежат возле машинки. Ну, села шить, думаю, где эти ножнички? Ну, куда? Я не могу их принести на кухню, я их не могу принести в спальню. Ну, и ножнички пропали, нет ножничек. Вот я сразу раз, и знаете, как-то раз пошла, ой, там, где я глажу, они оказались там. Хотя, ну, то есть вот так, вот такие вот по мелочи работает у меня. Вот такое маленькое мистическое. Но хочу вам рассказать про один свой сон. Про один свой сон, который теплится у меня надежда, что когда-нибудь еще раз повторится. Теплится у меня надежда. Ну, и я знаю, что он повторится. Вот расскажу вам про свой один сон. Было лет, наверное, 15 назад. Лет 15 назад. Еще вся семья была в сборе. Снится мне сон, что я разговариваю. Я не вижу с кем, но я понимаю, что это вот Всевышний. Я не вижу, я слышу только голос. И такой мягкий, мужской, мягкий, но властный такой. Мягкий, властный, мужской, теплый голос. И я понимаю, что это я говорю вот с Всевышним. И он мне говорит: загадай любое желание. Любое одно желание загадай. И это от меня тебе будет подарок. Но когда будешь загадывать желание, скажи, что это от меня. Ну и я во сне, я понимаю, что это мне от Всевышнего. От высшей силы. Я проснулась. Все, больше я ничего не слышу. Но все было четко, ясно, мягко, обволакивающе. Все понятно. Я проснулась. И себе думаю, ну надо же, какой сон, надо же, какой сон. А я еще тогда в полную силу работала. Я прихожу на работу и загадываю желание, которое связано, не поверите, с работой. Загадываю это желание и себе думаю: интересно, вот к чему этот был сон? Все, загадала это желание, сказала, что это от Всевышних сил, и работаю себе. И когда к концу дня мое желание исполнилось, которое вообще мне не нужно было, я поигралась, я подумала: ой, проверю, что это-то, просто ерунду какую-то по работе. И когда мое желание вечером исполнилось, только тогда я себе думаю: подожди, я утром сон, я утром пришла, я загадала, это желание исполнилось. Думаю, как я могла такую ерунду загадать? Чтоб по работе там у меня что? Как я могла такой упустить шанс? Ну вот, прошло уже 15 лет. Очень всегда извиняюсь, что я не услышала такой месседж, вот, ну, такой сигнал. Я его просто не услышала, я его не поняла. Я воспользовалась со смехом, ой, я проверю, что это за сон, что это ха-ха. Настолько отнеслась к этому снисходительно,
Ну вот, очень прошу, что если еще будет какой-то вот такой месседж, сигнал, что я обязательно услышу его, услышу, распознаю. Но, к сожалению, вот уже лет, наверное, 15 никаких таких сигналов не поступает. Ну, знаю, что у каждого из нас есть 3 шанса. Ну, 3. У кого-то, может быть, и больше. Но 3 точно есть. Поэтому жду. Может быть, исполнит. Может быть, услышу еще раз. Может быть, это будет не через сон. Может быть, это будет другая какая-то подсказка. Ну вот, не знаю, может быть, через цветы. Посадила такую красоту. Очень медленно эти фикусы. Вот этот фикус у меня, который в другой комнате, он тоже уже почти до потолка. Он со мной лет 20. И я его взяла вот такусенький. Тоже вот в горшочечке был вот такой маленький. И такой много-много лет. Настолько не капризный. Куда его поставь, всегда ему хорошо. Есть солнышко, попадает — хорошо. Нет солнышка — ну и все равно растет. С водой такая же история. Полил его — спасибо. Не полил его — он особо не показывает, что он пить хочет. Вот как другие мне показывают. Пальма это моя. Сразу раз вниз, вот так вот. Ой, я сразу знаю, что она пить хочет. И попьет сразу раз, вся распушилась. Я уже как, ну, знаю, но... Кстати, с этим расскажу, как вот у меня с поливом. Многие спрашивают: Розана, как вы ухаживаете? Скажу вам как. А этот настолько вот не капризный, настолько себя согласованно ведет. И, конечно, когда я всегда говорю, что я люблю свои... Ну, с удовольствием там могу цветы отдать. Но, как правило, так не хотят от меня уходить. И вот этому фикусу я всегда говорю: нет, ты от меня точно, тебя точно никому не отдам, потому что он настолько неприхотливый. В общем, может, вы какие-то истории расскажете, как-то у вас есть какие-то вот такие, ну, так, из области немножко мистики. Да, вроде вот не хочешь в эту мистику и как-то, понимаете, ты когда улетаешь с этой мистикой, ты можешь далеко, высоко улететь, потом вернись на землю. Приведи себя в чувство и будешь, понимаете. Но тем не менее, каким-то образом она присутствует в нашей жизни. Так что, ну вот с вами поделилась. Вот такой вот у меня был сон, который я не зафиксировала, не опознала, не, вообще не поняла, что это вот такой вот шанс. И я даже так снисходительно отнеслась, немножко даже с насмешкой. Ой, такой сон, неужели исполнится? И вот какую-то просто ерунду по работе заказала, которая исполнилась. Спасибо, что поддерживаете. Всех вас бесконечно уважаю. И до следующих встреч. Всем пока.